Всем здравствуйте! Предлагаю сегодня вместе со мной поучаствовать в приготовлении экзотического салата фруктового. Обычно фруктовый салат я готовлю из груши, яблока, киви, банана и чего еще? Ананасик можно туда добавить. Сегодня он будет у меня необычный, потому что готовить я его буду из тропических фруктов. Нас угостили фруктами из Таиланда. Сегодня мы их протестировали с мужем, кушали мы эти фрукты первый раз в жизни. И из тех, которые мне понравились, я буду готовить салат. В салате я буду использовать папайю, питайю, это драконий фрукт, немного бананов положу, гуаву, нойну, манго. Ни в коем случае не буду добавлять в салат мангустин и тем более вот эту сападилью. Нам она очень не понравилась. Вот, все перечислила, гуава, ну, вроде бы все. А и заправлю я вот маракуйей, мне очень понравился этот фрукт. Я думаю, что вот придаст всему салату необычный такой вот тропический вкус. Начну я с папайи. Показалась она мне очень похожей по вкусу на тыкву. Что-то такое не очень вкусное, не очень. Очищаем ее от шкурки. Удаляем семечки. Она придаст салату просто объем. Я думаю, что остальные фрукты перебьют этот вкус. И как обычно, все для фруктового салата нарезаем кубиками. Мы долго спорили с мужем по поводу вкуса этого фрукта и пришли к общему мнению такому, что похоже это все-таки на сладкую-сладкую тыкву с морковным вкусом. Вот как-то так. Так, гуаву нужно, из гуавы удалить семена и нарезать мякоть вместе с кожицей. Приятный очень фрукт, но вкус кисленький. Такой вкус имеет одновременно ананаса, дыни, яблока, клубники, что-то такое вот. Нам с мужем очень понравился этот фрукт, поэтому я его добавлю в салат побольше. Следующий фрукт это нойна. Вот такой вот он у нас. Нам понравился с мужем. Такой вкус и запах спелого яблока с привкусом легким ананаса и клубники тоже. Удаляем косточки и мякоть ложечкой, вот так вот маленькими кусочками просто добавляем в салат. Орешки, семечки похожи на кедровые орешки. Теперь бананы. Про них говорить много не буду, просто чистим их, нарезаем кубиками и добавляем в салат. У манго вырезаем косточку, снимаем шкурку и мякоть нарезаем тоже кусочками. Вот такая у манго огромная косточка. Было бы у меня манго побольше, я бы добавила их, наверное, в салаты 2 и 3 штуки. У нас очень спелый, вот, наверное, мне придется его немножко так ложечкой просто выбрать.
Теперь драконий фрукт. Нам он показался безвкусным. Может быть, когда жарко, он хорошо утоляет жажду. Ну, просто добавим его для общей массы и для колорита, так сказать. Тоже ложечкой. Вот почти и все. Рядом стоит муж и шутит, что теперь все это осталось заправить майонезом, и салат готов. Майонезом, конечно, мы заправлять его не будем. Фруктовые салаты обычно заправляют сливками или йогуртом, или можно вообще ничего не заправлять. Я заправлю это все маракуйей. Как мне понравился этот фрукт. Это что-то безумно тропическое, летнее, солнечное. Было бы у меня его много-много, я его вообще положила бы, наверное, пол тарелки. Просто берем все это вот и соком этим, с косточками вместе поливаем. Я надеюсь, что это... Не надеюсь, я прямо чувствую, я знаю, он пахнет на всю кухню. Это придаст... Ой, как вам объяснить, как это пахнет? Это лето, это солнце, это тропики. Это так вкусно. Все перемешиваем и наслаждаемся вкусом, запахом, ароматом, цветом солнца, лета. Присоединяйтесь к нам. Если у вас будет возможность попробовать такой салат, пробуйте. Я надеюсь, вам это понравится. Пока-пока!